тому що внук загинув, а тут треба остатися. Вы на эвакуацию? Да. Нет, и все, потому что мама отказалась ехать. Мама не поедет? Не-не-не. Я не еду. А почему вы не едете? Ну, потому что внук загинул, а тут треба остаться. И что, мы вчера вашего внука вывезли. Он лежит в морге, чтобы вы могли его похоронить. Я понимаю. Но? Вот, но я останусь. Что вы больше никого не побачитесь? Я побачусь, правый. Это еще не скоро закончится. А может, никогда не закончится. Ну, колись и люба война кончается. Никогда не закончится. Ну, колись и люба война кончается.